я, Эрик и Глеб. Привет! И сегодня мы будем открывать ящики в Бравл Старс. Вы же, наверное, знаете то, что ящики вернули. И у Глеба 8 ящиков, еще 2 в магазине, у меня 7 ящиков и 2 в магазине. И мы, получается, будем сегодня их открывать. Давайте откроем. С Глебиных ящиков мы начнем. И... потому что у меня их больше. Да, у Глеба, потому что их 10 открывать. Ну, первый в магазине. И сразу 2. Сразу 2? Зачем? Лучше бы по одному. Ладно, первый просто фастер, давай. Первый, быстрее, быстрее. Сейчас будет очень круто. 3, 2, 1, все. 5. Это нормально, хотя бы... Пинчик, мамы, ты его не будешь использовать. Я буду его использовать, я его буду использовать. Блин, круто, ящики добавили обратно. Давай, второй. Я не нажал. Мне кажется, не 2 открыл. Ну да, невозможно же с ящиками. У него 52 гема. 52. Ладно. Давай, подождем, 3 раза жми-жми. Один да. раз, второй раз, и давай, третий раз, все, начинай. О, 6! Так. У нас еще больше, наверное, будет. Нет мигающих пока. Почему? Мне только значит. 3 пина уже выпало, 3. Я впервые открываю. 3. Хотя и мы не нравится. Ой-ой-ой, акция, кстати, вот такая есть, очень быстро. Не, надо ее тебе покупать. Ты куда зашел? Первый ящик. 2. Ну вы меня и порадовали. 2. А что, почему у тебя сразу пошел еще один? Еще пин. Да как меня уже эти пины надоели, я не знаю. Лучше бы скин выпал. Да, Глеб? Ну, что-то не знаю. Так, 6. Ребята, давай помедленнее будем открывать. Ничего не мигает. Почему одни пины? Куча пинов. Давай подождем опять. Носом. Два раза жми-жми. Давай, 2 раза жми-жми. Все, последний, все. Нет, ладно, носом. Давай. 3, 2, 1. 4. Сколько тебе блинков выпало? Не надо быстро так открывать. Еще пин. Мне, по-моему, 2 раза этот пин выпал. Давай я открою теперь. Опа, мизинчиком. 5. Кстати, хорошо. О, мигающий. Джесси. Скин на Джесси выпал. Один из самых любимых моих скинов. Макс. Ну ладно, понятно. Все, последний, по-моему, нет? Нет. Конечно нет, что вы? Давай теперь я носом. Или ты мизинцем? Давай мизинцем ты. Ты носом и мизинцем хотел. Сколько там? Давай, все, сколько? 5 гемов. А, стой, я думал там 1000. Стоп, 3 всего лишь? Стой. А давай куча гемов. А, гемов вообще не выпало. Все, а этот... Рика скин. О, да! Ну что так, блядь, плохо. А, скин на Рика. Поиграем на этом скине сегодня? Да, но сначала мне надо открыть. Я сейчас Джесси еще посмотрю. Как тебе не повезло просто. Ему один скин, куча пинов. Капец, тебе куча пинов просто выпало. Давай мне теперь открывать. Все, я не могу. Как тебе так не повезло? Просто капец. Все, запись началась. Вот мой планшет. Вот Биби. Пай-пай. Сразу эти или в магазине? В магазине, потому что магазин уже выпадет. А, все, нет. Магазин. Все, открываем первый. Сколько там предметов? Пауза. 4. 4. Надо было быстро. Давай сейчас опять подождем. Жми-жми. 3 раза жми-жми. Так, 1 раз сейчас будет. 1 раз. Так. 2 раз. И 3 раз. Все. 15 предметов, ребята! Это я мизинчиком открыл! Рика! Ну, блин, сейчас куча пинов на него выпадет. И, блин, 15 предметов. Просто все для Рика выпало. Ну, мне повезло, но не повезло. Как так? Сейчас мне интересно, что мне будет давать вместо этого Рика. Блин, давай, это лучше. Смотрите, ребята, где Рика? У меня 2, 2, вот такой мне выпал недавно. Вот первый ящик. Вот такой еще выпал. Вот такой вот мне выпал, и вот такой. У меня куча скинов на Рика. Недавно как раз. Все. Блин. О, 6. Ну почему я тебе не уйдет? Скин на Шелли. Последний. Они мне выпали. Эрику выпали подряд! Они мне все подряд выпали!
делаете? Я все открыл, я оставил. Нет, достань, давай сейчас ты не будешь смотреть, только мою реакцию увидишь, окей? Так, ребят, меня только видите? Ой. Семь предметов! Три. Ворон? А, офигеть! Мне все выпали! Да я теперь. Нет! Капец, все круто вообще, но... Ну я по мне ничего не попадаю! Все пины с одного. Давай опять по моей реакции, Глеб. Жми, жми, давай. И последний раз жми, жми, давай. Опа, три предмета, вообще имба. Давай, нажимай, Глеб. Офигеть, сколько мне XP-даблерс. 2000, все, давай, последний раз. А меня не видно. Не видно? Видно тебя, все, все, вот. Все? Капец. Мне все выпали. Сейчас надо в клуб. Я накопил больше, чем Эрик. Но мне выпало меньше. Капец. Давай я буду снимать. Я за себя буду снимать. Как мне так повезло. Я Джесси возьму, да? Да нет, не надо снимать у себя, Глеб. Ты не снимай у себя так. Капец, мне все Рика выпали. Все. Все, погнали в парное сюда, что ли. Все. А тут сольная, Эрик. Я знаю, мне все выпали. Капец. Глеб, ты рад за меня? Рад. 15 предметов. Почему мне ничего не выпало? Почему? Я накопил больше, но мне 0 выпало. Мне не видно, ты прям посередине. Да почему мне тебя не видно? Видно тебя. Ты себя посередине ставишь, а меня нет. Поставь туда, иди. Да меня не видно сейчас будет. Меня не видно. Видно тебя. Да Глеб, аккурат. Ты что делаешь? Все, видно. Почему-то нас двое, мы пошли. Ага, там 15 банок. Ой, да. Какой 15? 6 банок пришли. Куда пошел там этот? Так, капец, как же мне так повезло, я не знаю просто. Эрик, помогайте, идем. Капец, я вообще в шоке, я не знаю, как так произошло. Это просто вообще, я не знаю, какой шанс на это, я в шоке. Все выпали, все. Это шанс 0, это шанс 19 вообще. Они как эпические скины. Хорош, я купил, подожди, а нет, вот этот возьми, остальные не забирай. Нет, я злой. В смысле это злой? А я тоже мог эти пины поставить. Ой, капец, как так? Опа. Забирай. Маринали! И я! Там еще одна команда была, как? Я думал, что мы это они, да? Я думал, мы вдвоем остались. О, квест! Давай все квесты выполним, чтобы еще один ящик. Ой, квестики, вот на это есть! Крутяк! Только у меня вообще ничего не будет. Надо квесты, надо поставить вот эти вот пинчики. Давай одновременно поставим вот такой вот. Вместо этого я хочу вот этот. Вот давай одновременно поставим этот пин. Не в ШД. Давай в броуболик. А, нет, не в броуболик. Я хочу в ШД. Все, пойдем в алмаз. Вот сюда, вот здесь мы оба подходим. Ты со мной пойдешь в одну сторону, мы убьем тебя. Какой, как так? Вот просто я не знаю. Я не знаю, я в шоке, но они не понимают, почему у меня было 8, у Эрика 7. 7. Ну, как сказать 7? У Эрика было 9. Потом в следующем мы пинок поставим сразу вот это, когда зарядится сразу. Ой. Все, давай сейчас нажмем 3, 2, 1. Твою умерли, просто этот минус 2 делает. Ай-яй-яй-ба. 3, 2, 1, нажмай. У меня ничего не восполнилось. Я пошел с гиперзарядиком. Опало. Все, давай им. Убивай морду. Ой. Ульта. Глеб, нервничай. Не нервничай, Глеб. Давай. Добывайте.
этот Пип нанес больше урона, чем мой большой Пип. Чего? Пип? Какой еще Пип? Ну вот это вот чего? Чубрик. Скрапи, Скрапи. А, Скрапи. Это штучка, которая бьет. Улта. Улта, вот. Я турелька под гиперзарядом нанесла меньше урона, чем обычная турелька. Почему? Не знаю, просто мою сломали сразу. Сейчас это уже. Сейчас, короче. Улта! Улта с гиперзарядом! Опа! Давай, хилься! Все, полетели просто! Турельку хилю! Я хилю! Давай! Все! Ура! Как мне нравится! Ой, 6 кило взял! Усилие побед 6! Эпический стардроп! На мэх! Крутяк! Ребята, такая крутая ролик! Чего? А, фигня. Я думал, Глебу круто, а ему не круто. А у Глеба через 500 кубков будет 30 тысяч. Все, погнали дальше. Я рад. Какая... Блин, пойдем в следующий режим. Мы задание же выполняем. Давай в каждом режиме выиграем на этих персонажах. Там же есть в одном режиме, где три персонажа одинаковые. Интересно, если... Я не хочу туда. О, одновременно сердечку поставили. Сердечку. Опа, она сейчас будет... Я Сигма, крутой Сиг. Нет, наши висеевы идут. Ой-ой-ой, меня убили. Я не рад, что наши Си все сломают. А я рад. Ой, это же Пэм, это же мама получается Джесси. Я думал, Эльприма. Я думал, с нами Эльприма играет. Честно. Он сам пошел на него пить. Так. А, тебя тоже Джесси бить хочет. Да как я сбежала? И надо хилку поставить рядом с нашей... Бивай, бивай! Ультой надо было. Я ультовал. Я с одежкой же. Ням-ням-ням. Идем в рай для злодея. Давайте, это последняя карточка на сегодня, потому что я так решил. Да давай ты уже выключай. Нет, точнее, включай игру. Все, пойдем. Сейчас, подожди. Давай. Так. И хоба! Зачем я в рай для злодея вот этого персонажа? Лика? Да. Ты не абстент можешь играть? Абстент удобнее. Я уже привык на втором аккаунте, у меня там вообще все две века. Ай, я думал, я убила, ты убила, оказывается. А я все люблю. А мы будем бины ставить одновременно? Не будем. Попана? Ой-ой-ой, убил. Все, убили, убили. Идем к Нане, идем к Нане. У нас нет Нани, идем к нам. Эль, не уходи, уходи. Ой, извините, пожалуйста. Еще минус один просто. Бэм! Вообще хорошо идем. У меня гипер сюда сейчас. Бэм! У тебя гипер есть? Да, сейчас будет. У меня ульта с гипером будет. Я с ультой, когда гипер будет. Ой-ой-ой! Давай! Ну чё вы, издеваетесь? Сейчас, сейчас, подожди! Я самый добрый игрок, скорее всего. Нет, я. А, нет, вообще в их команде. Ой, я исключаю неподвижную камеру, извините, пожалуйста. Just we'll fix it. Ничего не двигай, Глеб. Все мы, все, короче. Наверное, нормальный ролик. Тебе 20-й ранг капнули. У меня он был. Я все слил потом. Ну, ребят. Сейчас как, вам вообще, этот ролик? Смотрите, какие крутые у нас теперь. И сейчас смотри, у меня больше ранг, чем тебя. Ну, вообще, мне не нравится. Я хотел, чтобы был... У меня скин на Шелли какой-то очень крутой. Я забыл, как он называется. Переработка вот этой вот.
Звездный Шелли, вот. Я хотел, чтобы он мне выпал, но он мне его не выпал, поэтому плохое открытие. Ладно, очень крутое открытие мне выпало. А почему нету его в гиперзарядных скинах? А в каких скинах он тогда? А он вообще не показывается, смотри, его нет. Нету скина для Эрика. Нету, ну ладно, короче. Очень крутой скин выпал. Давай я такой же скин, как ты, выберу. А у Глеба есть. Там нету Рима. Короче, вот нам скины выпали. Какая же это имба. У тебя есть тоже. Он там сам в втором ряду. Он в втором ряду просто. Опять подвинул камеру. Ты что, издеваешься совсем? О, кстати, есть. Во. Кто? Короче, ребят. Все, давай прощаться. Ну, всем пока, ребята. С вами был я, Эрик, Глеб. 15 предметов в моем мегаящике. Это рекорд. Максимально я видел то, что было 15 максимально. Нет. 15 у меня было. И это не рекорд. Все, пока-пока.